Известно, что в сельской местности люди могут свое жилье построить максимум за 200 тысяч тенге квадратный метр. То есть фактически эти 100 квадратов человек восстановит за 20 миллионов тенге. Тогда у него останется 30 миллионов. За эти 30 миллионов человек может купить мебель, технику, купить коров, лошадей и так далее, включая даже если у него какой есть кредит, тоже сможет погасить. Вы, конечно, задаете вопрос, а если дом подлежит ремонту? Все равно 500 тысяч тенге за квадратный метр. Человек приходит, показывает документы, и правительство ему обязано выплатить из расчета 500 тысяч тенге за квадратный метр. Понимаете, как это очень просто. Не нужно никакой бюрократии, не нужно никаких оценщиков. Сельская местность, рыночная цена, или городская, там ближе к городу, там другая рыночная цена. Это эти оценщики, эти комиссии бесконечные. Это фактически вам выпьют кровь, а вы в это время будете жить неизвестно где. На улице, у родственников, в школах, там, в подвалах и тому подобное. Именно в течение кратчайшего срока, в течение 3 месяцев, правительство обязано выплатить 500 тысяч тенге за квадратный метр.